Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Уважаемые участники торжественного мероприятия, мы приветствуем вас на торжественном событии, посвященном временному вводу в эксплуатацию комплексного инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов Юго-Востока Забайкальского края». Сегодня мы вводим во временную эксплуатацию участок от станции Борзя, парк Нарын, до Газимуровского завода. Но этот этап, он не заключительный, он имеет свое развитие и будет завершен в 2016 году. Данная железная дорога позволит, во-первых, на период строительства доставлять грузы, необходимые для строительства, в том числе оборудование, материалы. А в период эксплуатации горно-обогатительного комбината осуществлять перевозки нашей продукции в объемах до 4 миллионов тонн в год. Продукция у нас появится в конце 2017 года. Запланировано это, запускаем мы горно-обогатительный комбинат с 30 октября 2017 года. Соответственно, после этого момента пойдет уже отгрузка продукции. А грузы сейчас, есть такая возможность, дорога позволяет это сделать. Дорога, конечно, еще не закончена, требуются определенные мероприятия, связанные с обеспечением связи, сигнализации, электроснабжения, но для перевозки все необходимое уже создано. Для завершения строительства еще остается третий этап. То есть это при формировании полной или проектной грузообразующей базы, порядка 80 миллионов тонн, будут достроены раздельные пункты станции. Сегодня мы 4 строим, а их десяток. Будет произведена электрификация парка на рынке, в котором мы находимся. Я в своем выступлении говорил, что здесь появится освещение, но инфраструктура будет заложена уже сразу для создания здесь электрофицированной зоны, так будем говорить, для того, чтобы можно было подвесить контактный провод, и отсюда поезда уже будут уходить в двух направлениях. Сразу будет отправляться и на юг территориально в сторону Китая, и на север в сторону Транссиба, и дальше уже по портам, уже логистика будет развиваться в зависимости от потребителя. Непосредственно поставщик товаров, который будет находиться в зоне этой железной дороги. Да, уже.